А ты подрубишь стрим или кто-то будет другой подрубать? Не, я не буду подрубать. А кто подрубает? Не знаю, кто-нибудь. У меня с ним будет подлагивать на зорте. Я пробовал, нафиг. В других боссах еще нормально, а тут почему-то я когда включаю стрим, у меня прям еще минус 5 FPS, у меня там 20-15 прыгает. Это уже неиграбельно. Угу. Так, ну надо тогда активацию отключать. Ну, я могу попробовать. Ну, я вроде тут себе пробу поставил, чтобы оперативка очищалась там и так далее. Получше стало. Даже вот без патча, я говорю, бегал, как будто бы, знаешь, особо разницы нет на самом деле. Ну, тебя просто прибежали, в зорте не был. Хочу, ладно, я отойду пару минут.
Ну, думаю, да. Могу уступить кому-то место, если там надо будет. Мне тут ничего не надо. Рейд не фул. А, стоп. А. Чё-то не посмотрел на замену. Сори. Привет. Здорово. Опа, дедушка. Суманите, пожалуйста. Да. Гонор заходит и стартуем. Наверное, действительно Таларан. Здорово. Привет. Привет, дорогой. Здорово. Опа, костер обузите на плюс 4 духа. Понятно, все с вами. Имба. Это же 4 духа. Как он дал самон, ребафы начинаем. На разрыве кто? Давай я. Раз никто не избавляет желания. Ну, нужен говорящий. Говорящий, умеющий считать до 6. Сложные требования. То танчит Венстей для буренка. Поехали. Танки в кого напуливать-то? Короче, в медведя буду напуливать.
ближе. Ханты, один слева, один справа. Уже. А то, что одни стоят втроем, а один-один стоит, это норма? Даже вчетвером, блядь. Минусом. Здесь остаемся, за печенькой переместились. Кирилл, отойди. И знаешь что, пошли с тобой на этот, на дальнее. Я не поменял символ. Ну, потому что 1LM там грустная история. Сдержались в одну точку. Провали. Провали. Как насчет LM-ом пойти залить саженцы дальние? Почему я их, блядь, один бью здесь? Провали. Я с цепями был. Они к себе цепи выносят, не ты к ним. Тебе похер, у тебя задача стоять рядом с деревом. Два других должны к тебе подбегать. Не подбегают, получают пизды. Провали. Провали. Инерты дайте. Провали. КД. Порвали. Порвали. Следующий огонь, стоящий АФК, получит ГП. Бери. Порвали. Два саженца на дальнем дереве второй раз будут резаться и нихуя не сожжены. Ты стоишь АФК. Порвали. Ульти их, блядь, с огнем. Ну не в рейд сносите, а с цепи. Порвали, блядь. Порвали. Порвали. Чуть ближе стали. Рейн 6 между друг другом. Порвали. По печеньке стали, переместились. Цепи вынесли быстрее. Порвали. Саженцы. Развернуться, убить. Весь рейд. Порвали. Порвали. Он не плевает, поэтому без разницы. РДД в кучу собрали с пометки. Рано купол поставил. Ну, под перебежку надо было ставить. Где тотем очищения в третьей пати?
Милики должны быть под лицом босса. В текстуре танка. Так же, как и РДД в одном кемпе. По метке. Деду сальву дайте. Дед второй потрите. Да? Серьезно, блядь? Серьезно. Куни, блядь. На втором месте Ршам по прерыванию. Керу дать? Скорпидо Хейнер. Бля, только не говорите, что там шея. Не говорите мне, пожалуйста. Шея, Ксюш. Нет. Ты меня наебываешь. Нет? Нет там шея. Слава богу. Говно ебаное вообще. Ничего, не поехали. Сначала ГП, потом все остальное. Каст проебан. Сбитие кастов. Первое место, блядь, Дед. Второе Аршам, дальше Буренка. Два каста Хан сбил, два каста Гуннер. Вопрос, нахуй нам второй фурик? Мебель. Я типа жал. Ноль киков. ЛМ тут априори не кикают косты, потому что им похуй абсолютно всем. Че им? Им всем похуй. Когда я в рейде кикают косты, да. Кикаю косты я, кикают косты Прости на ЛМе, кикают косты Жмяк, кикают косты Гуннер, Буренка. Но никто, блядь, другой, ни один из ЛМов. Им всем абсолютно поебать. Теперь можешь разрубить. Серьезно, топ не спал? Че там, накинь ЕП, надо он Декс трупать кинуть. Не, сначала Настя все разрулит, наверное. Ну, тогда Декс трупать дадите. Я думаю, уже разрулит. Угу. Настя, которая была ранее. Уже. Успела шуршать. Ты его раздрал? Забрала, все. А можно будет в рейд попроситься? Это... А кик коста, короче, может у шаманов промахнуться? У тебя, у Иршама может, у Ремов не может. А то я думаю, я стрю, типа, я нажал, у меня ушел в КДА, типа, не сбило. У тебя хита нету, поэтому он может принесовать.
Настя, ответ будет? Да, забрала все, вижу. Можно релок минуту? Барянка говорит. Можно. Из инстав остальные выпрыгиваем и летим. БС. После того, как разрулит массовое начисление, после начисления пойти остальным. На мейн, на офф, на все сразу. Ты ролишь, потом стоять по двое будем. На транс. Хантам же можно не по двое стоять, а просто в уголок забиться? Наверное, да. Если найдешь себе место. О. Найду. Если найду. Ванили, сними, ну, спала. Кому там еще пати надо было? Я дал. Начисление нормально в журнале показывает, Настя? Я не смотрела. Все у меня потому что почему-то не отображает. Да, все нормально. Можно потом после РТ посмотреть все начисления. Там напали, пора бить. Тут. Стоп. Следующий убьем. Справа. Гуннер не пуль лево. Заднего добейте только кто-нибудь, пожалуйста. Че по неспалам на шипе на сорте? Почему так мало? Стоп.
Стопайте. Стоп. Стоп, стоп. Начинаю со второго, наверное. Можно будет жмяка закинуть, посмотреть. Чё там? Хочу видеть Энха в первых строчках рекаунта. Ну, в принципе, так. Не особо в шопе был. Гадань. Стоп. Лер, да, чистим присамоним. Сжигающего. Локу ассист сразу. Каску обновите и кулак, пожалуйста. Мы так 4 танка будем. Или Гоннар ДД. Можно, в принципе. Гуннаров ДД. Или махнуть с кем-то. Ну, ДД. Все. Да, я могу почилиться. Как это взаимосвязано с Гуннаром? А, Гуннар. Ну ладно. Просто рутинная фраза. Да, забинжено, блядь. Они, блядь, тебя там за углом, короче, могут не прохилить. Рискуешь. Ну ты, блядь, постарайся уж, нахуй. Причем ты постарайся, если текстуру не хилит. Ну я тут буду стоять. ШП в звезде. Глиф. Дисперсия. Рыба стоит.
Кроме реалиста в кресте кто-то есть? Кого? При центральной метке там вообще хилы должны приором встать, а потом дадли. Я в квадратике, короче, смиренно чур. По идее один, он там встань и стой просто. Еще раз разошлись по меткам. Точно поменял местами хэспала и мага. Крест. Трусы. Не? Не хотите? Ну, хапал, может, и... К дереву встать. Ну, могу дерево встать. Могу дольше бежать и дольше не хилить. Меньше хилить, да? Да, вон я. Я уже написал пол высоты. Писал белый чат, наверное. Нет. Чуть выше в райдон. Дальше напомню. Пропидох, ваниль, фласки. Ой, бля, я забыл что-то про них еще. Ближе. Подошли. На полу Венсдей. Геру дать, да? После резонанса. Уже поздно, Максим. То куда, а я посъебал. Либо сразу, либо после того, как после резонанса прибегут. Буренка танчит. Тотемы переставлять не забывайте, Геру, да? Вэнсдэй танчит. Дайте сальву. Попросите. Видит хира можно. Кирилл, ход по КД. ДПС? И так дохуя, блядь, засмотрелся. Варенка танчит.
Есть полбожья вар? Прайс-то по Гэри. Клизма по мне. После ветров. После сожжения обстаем. Ну хз, 12к резонанс не прохилились. Я тебе говорил, тебя там за углом не захилить. Квенс дотанчит. Подальше, подальше. Бренк. Сальво по деду дать. Просто ты зря лезешь туда, где ты лосаешь хил. Давай, лосы сюда пошел, сюда залазил. Ничего не прохилили все время. Один резонанс 12к, блядь. Одна ходка от скорпидохи прилетела. Значит, хилы стоят по-другому. Ну, как обычно. В черепе хила не было. Ближайший хил стоял у тебя скорпидоха. Залошил, умер. Ладно. Мне только концы начал ебашь за нос. Так нормально. Почему Гэри умер? Тоже разбираться не буду. В принципе, за компанию ГП и все. Умер, значит, виноват. Песчинки разрариваем или кому-то еще отправим? Да вроде никто не писал, не просил, так что разраливаем. Гэри был не на фул подкаст. Ну да, у него был 60% ТП. Даже меньше. Там тикнула дотка, было только остаточное сияние. И оно потом не тикнуло. Ну, хилы не там стояли просто. Назад не развернулись, не посмотрели, куда там хант упрыгивается от прыжки. Угу. Суманите, пожалуйста. Призывник пишет, что ему 10 песка нужно. Вообще, в теории, там должны быть быстрины раскинуты хотя бы на РДДшках, на которые сами не хилятся. Ну, быстрина заводит 210 тысяч на хилю. Зачем тебе 10 песка? 10 песка не работает. А как? Ну как бы перебивку чего-то. Сами. Работает разовая акция на 500 ГП и 20 песчинок. Готов купить 2 стака за 1000 кп.
Беру 4. Один раз 4 возьму. Поехали. Мне не ответили обратный. Темпоральный каскад в рейд или 3 человека отдельно будет стоять? Проблема полонов. В рейд. Обратный из рейда. Не, ну это понятно. Я имею в виду, ну, сам рейд, да? В РДД заносить? Да. На полку умер он. В метку садитесь, пожалуйста. Кого нет? Баф. Кучнее стоим и в main target играем. Обратный вынесли. Еще один обратный в рейде стоит. На будущее на шп на скеле можно выбежать, прожать дисперсию и никого не въебать и не пошарить. Каскад на рейд. Подходи, не подходи. Зачем вы начинаете бежать к людям, которые там и так стоят с каскадом? Сбил каст. Thank you.
всего хорошего! Рольте. Кто с кем? Ну, они не могут посмотреть, кто. Там два попросил. Да. Два розовых рерольца. Один уже ранил, второй. Ох уж эти розовые. Да ладно. Чё, тот же ролл выкинули. Было. По меткам стали. Суманите, пожалуйста. Тоже сум. Паш, может мне в Долоран? И они втроем потанчат? Ну, в прошлый раз же танчили. Ну и давай. Возьмем же Мякича. До самого нелюбимого для энхов босса. Самая жесткая проверка ДПСа. В энха все рефлектится, или что? Энх это как паладин, только у него нету джаги, которая теперь не рефлектится. У него и все рефлектится, и его еще и сдвигал. Она никогда не рефлектилась. Экзорцизм. Да, это экзу переделали. Да. Он отстал от способности ближнего боя. Ребята, как только зайду, засуньте, пожалуйста. У меня третий раз в Долоране отлетает игра. Че в Долоране? Третий раз краш ловлю. Ну, у Насти он тоже сегодня крашил. Я говорю, это какая-то хуйня после их обновы. Паш, Мяк, ты тут? А чего не смонишься? Тоже крашится, но не прям так, чтобы именно в Долоране. Не знаю, у меня первый раз за все время сегодня зорд по ФПСам просел. Бля, да, прям какие-то просадки идут и потом возвращаются. У нас зорд 10 ФПС, а на как только убили зорд, сейчас за 60. Второй хпал в квадрате не вижу. Не, ну я смотрел с патчем, у меня 35 FPS. Ну потом что-то проседает, как будто до 20, но смотришь на цифру, все равно 30. Ну, вообще, по КД просто как будто когда каст должен закончиться, типа проседало. Че жесть. Квадрать? Может, ты застрял, конечно, на лага. Рег на трусы. Скорпидок сейчас при самонем станет в печеньку.
Ну, а я поставил луни раз так. Раз мирику больше нет. Собрались у печеньки, пошли. Рыба, рыбав. Ручей пол. Траблы. Что-то интерфейс, короче, после трех отлетов поиздевался. Скинуло, что ли? Угу. Графику типа или что? Да, графику. А мне, кстати, недавно дитла скинулась на шамане. Тоже. У меня... Не могу сделать. Я дальность. Дальность на минималку ставь. Да не, у меня, блядь, кнопки на полэкрана. Вообще скину, я видел, короче, на форуме гайд, как, чтоб они не меняло никогда. Сейчас скину. В чате. Угу. За хуйня. Сейчас вообще не запускается. Сука. Дело не в видеокарте. На гребе, на графическом бедре этой игры, блять. Работает одно ядро просто забивается, память одного ядра и все. Многопоточности нету, поэтому получается похую. Краш, да краш и тому подобное. Одноядерный процессор, двух, там, семиядерный, поебать. Работает одно ядро. Сейчас крашит из-за памяти. Угу. Типа, ограничение по памяти и хуи. Что делаешь? Ну, он просто полностью выжирает ресурсы. Да? Он требует оверпрайсное количество памяти. Всегда причем, то есть сколько бы у тебя не было. Да. Ну, за один заход, короче, типа, ну, там мгновенно требует сильно много, походу. Гигабайт, по-моему. Либо 80 гигабайт. Жестко. Охуенно, да? Ну, 124 кто поставит, хватит. 128. Там что, это еще какая-то есть ракетка с разным светом. Я сейчас посмотрел, 300 метров укоротил, шрёт, блядь. Веди наш, да, и запрос, и это запрос, и... Разово, короче, типа, что-то хочет много сразу. Из-за чего-то. Нов, ты пытаешься настроить или что? Опоры у Сируса, понятно. Ну да. Видимо, да. Ежа в кусте. Нужен шкаф. Локов нету. Если нет. Почта возле печеньки продать. Отруби спам в рейд-чат всего, что ставится в рейде. Дэн, будешь готов, плюс они рыба стоит. Пока что стамину разберусь с этой херней всей. У меня типа игра не реагирует на изменение настроек вообще, в ноль просто. Понял. Причем что я типа уже и проверку клиента делаю, и все. Ты галочки там пробуй снимай только чтение. Да, как раз в этом гайде я скинул и в чате написано, какого файла.
с другой стороны, если бы стояло только чтение, то его бы не поменяло. Печеньки, да. Если что, начинает буренка. Фаллинг стар. Начинает. Там буренка стоит. Атаку! Гвард на рейде. Берегитесь. Ближе трэш держите, пожалуйста. Подходите, ребята, подходите. Еру. Надо трэш убивать, если что. Берегитесь. Нормально, стопнем сейчас, через пару процентов. Стопнули. Трэш встретили, убили. Рейды вы слабый, Кирь. Куда он в рейд идет, бля? Стан словила тучка. Угу. Пройдет. Перевод. Да, забирай. Двенадцать КДПС, это конечно сильно на Андестрике 295. Интересно. Значит, призывник. На предыдущем боссе и до этого тоже пинкнул. Начинает зорт. То куда, а я посъебал. Так, сатаун тебе. Отверни. Вести мы СС, что ли? А можно все будут стоять в одном компе? Иди, кто хочет. Пламенный привет, Ханту. Я не могу двигаться. Если что, забирай. У меня минус 6% ДПС, если я в движении нахожусь.
Я другому хан. У меня плохо, если что. 7 стаков. Возможно, Мишке придется потанчить. Медведь тогда заберет там. Можно резнуть еще раз. Перейдите. Резнуть. Везари. Вэр, скидывай. Везде. Там все нормально. Флуда меньше лишнего. Ксюш, на хиджал запрыгиваешь. Я танчу. Я танчу. Берегитесь. То куда, а я посъебал. Почему разрушитель еще жив? Я последний раз повторю, что дополнительные анонсеры, помощники и так далее мне не нужны. Можешь собирать призывник. Смотри, эфир скоро. Положен убежать. Эту еще фразу продолжать начать. Паша, ты не обижайся, я просто, если они стоят криво, мне приходится двигаться, и из-за этого я теряю ДПС в итоге. Это как бы в моих интересах. Это дисциплина. Я не обижаюсь, я просто констатирую факт, что флуда не должно быть. Любого флуда. Ок.
Держитесь. Беги, сука, беги! Поменяю 400. Поменяю, понял. Ого. Я ушел. Интересные там роллы. Понимаю. Сто девяносто девять, 98. Не рано сидеть. Мы сейчас запу по кайфу. Потом заберешь меня. Проще спросить ЗГП, кто забирает компас. На мейн спек за ГП. А на офф можно без ГП латать или? Если нет желающих за ГП забрать. ММ в BC идет, в теории. Ну, он там играет некоторые с ней. Она прикольно выглядит. Ну, это ММ, а ММ сейчас такие себе, мягко говоря. Без негатива. В нормальных руках они дамажат. Да-да-да, рассказывай. Дамажит строго меньше, чем. Рассказывай. 20 брюлей и единственный человек на первой страничке. Хуёво ему. Ну просто нет нормальных рук, да, понимаешь, говоря. Я нормальный спек на лиссервов, вы. Да я тоже думал сделать себе ММ, но там я считал, там по статам их хер соберешь нормально. Просто на ММ не так хорошо прокает эта тринка. Не имбовая. Ну там это 106-го нормально прокает, нет, вроде? 106-го нормально, да. Так и играют обычно кузня компас или кузня еще на АП, вот это вторая, если хасту не собирают. Ну там сложности, короче, свои. Лок тебе, да. Палин, который. Вы пишите сразу. Я не хочу бегать за всеми, угадывать. Это тапки. Ладно, я поняла, что он не заинтересован в вещи. Ну просто вон пример, как бы он взносит. Не думаю, что он слакает как-то. Брюлей у него больше. Ну. А дамажит меньше. Это ваня. Как бы. Да, не важно, не важно. А разруль тапки. Не зап.
Ну, сейчас. Тоже. Чуха, рубани свое чудо-юдо. Все, вроде них на ирон. А, не, Нире. Почему шею собрал? Нире. Да, Нире. Я выключу. Так, Лох, напиши мне все-таки, куда ты берешь. Ну хотя бы в ЛС-ку, где арго нету. Какой лог? И что берет? Тот, который на первом месте порвал ОМБ. На Триню. Кто там и кого на что удалил, успеешь? Попишет. Ладно, я пока перезахожу. На первом башне. Можно отойти? Запомните ролл только свои. Ну, компас просто либо Ханцы берет, который пришел, либо Лок, который тоже только что пришел. На мы не знаю, вот. Лок все пишет на арго, и я не понимаю, что он пишет. Какой лок? Имя? Шерлок. Нет, который здесь я. Шерлок мне сразу написал, куда он родит.